Мне да ладно, Кенш всегда был быстрым. Смотри, как он быстро атакует. Нет, неправда. Так, раз, два, три, и вторая способность. Прошибаем насквозь, ребят. Бам! Вот этот мне нравится. С косой. Если хочешь первым смотреть наше видео, подпишись на канал. Нажми на колокольчик, поставь галочку, сохрани и будь первым. Всем привет, дорогие друзья! С вами команда Detol, и мы продолжаем играть в Mortal Kombat X Mobile. Ребята, всем привет! Мартуха наша любимая! Сегодня у нас, как мы и обещали, покупка крутого золотого персонажа! Действительно, мы собираемся сейчас купить перса. Да. Да, собираемся купить. И кто это будет? Помните, вы писали в комментариях, пытались отгадать, кто это будет. И это будет у нас... Кенши! Это будет Кенши, действительно, это будет он. Только вопрос, от какого взять Кенши? Да, здесь есть два Кенши, ребята. Есть. Мастер единоборств, но я склоняюсь вот к мастеру единоборств. Да. Я сейчас не помню, кто из них. Потому что вот спецназовца я что-то не очень помню. Что он делает вообще, я даже не знаю. Ну смотри, у него есть телетолчок, средний урон, телешквал и телеудар. Ну, как бы особо не рассказывается. Какой-то телекинез у него, да? Да. А вот который одержимый у нас Кенши, что он? Телетолчок. У демона на пере и телеудар тоже. Ну, тут то же самое. Ну что, берем... Да, берем мастера единоборств, ребята. Отличненько, теперь у нас есть новый герой Кенши. И так, где наши-то эти персонажи? Меню, коллекция наша. Зашли, и нужно у Кенши-то проапгрейдить его хоть да, как-то. Да, хоть немножко, хоть первую способность, ребята, проапгрейдить. Ну, на максимальный урон, конечно. Да, на максимум ему поставим, потому что он первого... уровне, ему очень пригодится это все дело. Да, ребята, и пойдем его прокачивать в воины фракции. А прокачать нам его нужно нехило так, потому что он отстающий у нас, но надеюсь, что в воинах фракции у него хоть получится хоть как-то себя проявить. Конечно, мы сейчас его поднимем до 5-го, до 7-го точно. Так, я думаю, что, наверное, надо убрать хотя бы одного скорпиона. Я думаю, да, мы сейчас... Не, почему скорпиона? У нас же... Не, у нас два скорпиона просто. Давай серебряного уберем, поставим золотого Кенши. И Саб-Зиро будет скорпион. Ну да, кстати говоря, почему бы и нет? Да, зачем нам два скорпиона, ребята? Это ж неинтересно. А все. Вот Кенши, это да. Многие говорили, что это имба, ребята. Мы к вам прислушались и купили его специально для вас. И идем прокачивать воины фракций. Поставьте обязательно лайк, ребята. Мы стараемся для вас. Ну что ж, я думаю, сначала обычную битву попробуем, да? Из трех боев, из двух даже боев. Или из трех? Из трех боев. Смотри, у нас здесь сразу противнички 23, 17, 16 уровень, но, правда, серебряные. Давай прокачаем тоже на максимум нашего скорпиончика, чтобы, да, он был... чтобы у нас точно была опора, ребята. Да, и вот вторую способность тоже нужно вкачивать 100%. Все, отлично, мы его вкачали. Мы ждем, кстати, 20 уровня, когда мы сможем использовать уже третью атаку. Да, ребята, третья атака, самая мощная и самая забористая прям. Итак, дружище, берегись, он какой-то ящеролюбитель, по всей видимости. Видимо, да, у него какие-то одни ящеры, но... Смотри, опа, как неплохо дамажим его. Хорошо, начало мне нравится уже. И... А, слушай, у него не нужно двумя пальцами. Я уже думал, что это другой скорпион. Слушай, у нас скорпион такой мощный. Он реально тащит. Но тем не менее, хелсов мы не так много ему отнимаем, да? Бам-бам-бам. Мне вот интересно, если мы вызовем... А, это Саб-Зиро, сори, я хотел Кенши вызвать. Кеншика нашего. Но я боюсь, я сейчас... Ах, попался под удар, подловил. Ай-яй-яй-яй. И продолжай, ты что творишь? Саб-Зиро как разошелся-то, ребята. Так, отравление. Раз, два, три, и... Ба-ба-ба-ба-ба. Быстро проводим. Давай, на 85%, тоже неплохо. 1000 урона нанесли. А, вот его фишка, он когда появляется. Да, он сразу же какого-то... Ой, да ладно, вынесли? Его сразу же вынесли, вот когда он появляется. Это не очень хорошо на самом деле, потому что он получит меньше XP-шки. Да? Кажется, да, если я не ошибаюсь. Ну-ка. Бам! Заморозили и сразу же... Миньончика вызываем, ребята! Пока, Саб-Зиро! Оба-на! Я думал, что мы всех уже добили, нет. А здесь, оказывается, ящерица такая неожиданная вылезла. Рептилия вылезла и под отравлением. Смотри, какие мы в зеленом тумане.
Если ты любишь Лего, подпишись на наш второй канал Detol Lego. Ссылка в описании. Давай посмотрим, меньше ему сейчас будет XP-шки или да нет. Да нет, всем так же дали. На уровне. Хорошо, отлично. И какой теперь у него уровень? Третий, четвертый, пятый. Потрясающе. Я же говорил, сразу пятерочку получим. Слушай, ну классно. И это значит, что у него, наверное, появилась уже вторая спа... Нет, на какой она открывается? Да, появилась. Да, появилась. Все, отлично. Вкачиваем по полной Кенши нашего. Демона на пере, ребята. Вкачиваем по полной способность. И я думаю, что сейчас нам будет не очень... сложно победить. Смотри, у нас, кстати говоря, есть вот такое целебное лечение. Давай тоже целебные травы. Целебные травы. А, ну и хорошо. Пусть подлечится немножко. Так, так. Бой! О, слушай, у противника тоже там есть Кенши. Кенши, ребята. Вот такая. Ну, по-моему, у него и спецназы все-таки. Ну, да, спецназовский Кенши вот с таким мечом. Я его не помню, поэтому как-то сомнения закрались. А я... смотри, они, кстати, сразу начинают. Видишь, у них есть бонусы с одним очком вот этого таланта. То есть они могут сразу суперспособность могут использовать. Да. Так, заряжаем атаку. И пока Кенши... Смотри, как красиво это сделали, да? Да, прям другой Кенши его добил. Ну, можно было и этим добить. Ой, как хорошо, красиво. Так, 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 так. Что у нас за спецатака? Неплохо, неплохо. Магический удар. Телекинез, да, это у нас был? Телетолчок, по-моему. Телетолчок, да. Ну слушай, урон по нему прилетает такой. Да, урон конкретный, ребята. Ну это потому, что он пятого уровня всего лишь. Слушай, надо его подрастить. И он медленно атакует. Вот что вот мне интересно. Да ладно, Кенши всегда был быстрым. Смотри, как он быстро атакует. Нет, неправда. Так, раз, два, три, и вторая способность. Прошибаем насквозь, ребята. Бам! Вот этот мне нравится. С косой. Я даже не знаю, как его назвать. А, это демон, это и есть демон на пере, да? Да, 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 так, по-моему, называлась способность. Демонически все это. Демоническая способность, ребята. И опять Кенши у нас поднимается очень неплохо, так на... Шестой уровень у него теперь. Да, так мы не увидели, как он поднимается. Ну и ладно, смотри, у него кана 32-й уровень. У него золотой кана еще есть, золотой сирарю 16-й и 20-й уровень. Вот это будет, по ходу дела, очень интересный бой. Да, ребята, будет шикарный бой просто. Давайте посмотрим, как мы справимся с таким противником. Ирак, ника нашего противника. 352, это кто у него, Сонька, да? Я не помню, по-моему, нет, это, по-моему, дочка Соньки, мне кажется, это... Ох ты как, смотри, сейчас мы ее задамажим. Себе притащили. Бах, бах, хорошо. Хорошо, так. Опа, это... Кенши вызвали сразу же кровотечение. Сразу демон поджег его, ты видел, он упал прям сверху. Или ну-ка, телетолчок, ребята. И минус еще один противник. Но нам не составляет вообще сложности одолеть. Даже нашим Кенши, который у нас седьмой. Не прокачанный, да. Реально. Но мы очень неплохо выступаем, я считаю. Это за счет наших прокачанных способностей. Потому что прокачка, конечно, играет роль, ребята. Ну и, конечно же, опыт в игре дает о себе знать. Так, и пока-пока! Демонолог просто... Демон, а не демонолог. Это демон нереальный. Демонолог какой-то. Это те, кто расследует все о демонах. Ну что ж, задание выполнено. Так, победи в стандартной битве в режиме... Смотри, 8 уровень уже. Да, ого, 18 уровень у нашего Саб-Зира, у Скорпиона 13. Ага, слушай, ну Скорпион будет дольше всех подниматься, потому что... Да, потому что он золотой, и там нужно столько их спишки. Целый вагон. О, нам дали 15 вот этих вот рубинов. Да, рубинов, и что нам? Ну слушай, ну нам много. Ой, тут еще. Тысячи нужны. Хе-хей. Ну вот оружие купить какое-нибудь. Слушай, это да, вот рубинчиков, конечно, для оружия нам очень надо. Нам очень надо заработать. Я помню, мы даже очень давно делали обзоры вот на всех этих Саб-Зира, Скорпиона, Люкана и на Таньку. Да, все эти персонажи. Что-то были, я не понял, что они прям понравились нам, да? Ребят, напишите в комментариях, стоит ли покупать вот Люкана, Таню вообще. И скопить 1600 кристаллов. Да, ребята, и посоветуйте нам следующего персонажа, которого нам можно взять в команду. Все-таки Саб-Зира у нас серебряный, и нам надо подобрать еще одного. Может быть, взять Саб-Зира золотого? Саб-Зира золотого? Слушай, ну на самом деле нам нужно еще смотреть, чтобы они очень хорошо со своими пассивными способностями как-то
помогали друг другу. Да, помогали друг другу, и надо снаряжение хорошее подобрать, ребята, надо подобрать хорошее снаряжение. У нас же тут есть покупка снаряжения, да? Ты только что открывал, поддержка, да, это называется? А еще мне интересно, как вот получить вот такую вот Дивору, например. Эксклюзивную? Да. Слушай, ну это надо покупать наборы или испытания проходить, которые там есть. Слушай, ничего себе, она какая-то просто эпичная. Я думаю, что на всех этих персонажей было испытание, и вот они наборы, мне кажется, вот Скорпион, коллекция. Не, ну это Скорпион, кстати, боевой набор Скорпион мы можем купить, у нас есть 200 душ. Ну, у нас Скорпион и так есть. Зачем? Я согласен. А, смотри, вот в поддержке что там у нас было? В поддержке карточки можно с оружием купить же, да? Поддержка. Внизу. Вот они, карточки, да? Да, здесь карточки можно нам купить. Нам надо, кстати говоря, и купить эти карточки. Всего 5000 стоит голды-то, а? Да, проапгрейдить и помочь тоже нашим героям. В наборах карт, кстати говоря, было бы неплохо нам прикупить набор союзника еще. И, возможно, здесь-то выпадает тоже всякие плюсы. Конечно, ребята, потому что у нас не проапгрейжены эти способности. VIP. Восстановление энергии для всех персонажей. Это для Джонни Кейджа. Джонни Кейдж. Так, вот задание так выполнено, нам тоже что-то еще выпало. Ну что ж, ребята, вам огромное спасибо за просмотр. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. И до новых встреч в новых видео. С вами была команда Дедол. Всем пока, ребята. Пока.